Вот это, мне кажется, польский. Вот это вот. Да. Потому что він, ну, я его не підрізав. Конечно, надо было підрізать. У нас идет разбор грибов. Сегодня Коля ходил на рыбалку по грибы. И на охоту, да, по грибы, насобирал грибов, то, что знает, и принес их папе на разбор. Папа разбирается в грибах, и вот сейчас будет чистить и обсматривать каждый грибочек. Сейчас вот дело ведерко дойдет. Ну, дойдет, дело сейчас снимем. Вот такое ведерко грибочков. Это что здесь за грибы? Тут белые и маслята, это 100%. Белые и маслята. Сейчас ковыряюсь. Ну, давай. Ковыряй. Давай. Да, вот эти. Я не знаю, там что за грибы. Вот это а это в ведре Коля в кульке Коля принес. Я отдельно искал. Рыжики там. Как их рыжики называются? И смажик. Они тут сказали и рыжики, и, ну, в общем, буду это сейчас рыжик, смотреть. Буду сейчас смотреть. То рыжиков. И перебирать вот, какие. Вот это да. Ох, а это здесь. Коля достал. Так торчала шляпочка, вот это капанул. Просто шляпка была? Да, вообще выглядывал буквально это сама шляпка. Вот этого выкопал. Вот это вот белый гриб. Это один он такой? Да. Больше нету? Один срезали, польский был. Большой. Рядом срезали, маленький оставили на вырост. Красиво. Так, сейчас, вот тоже что-то польский. Влад, убери тарелочку, а то мы только что кушали со вчерашним Колиным уловом. Вот. Опусти чуть ниже. Это что, да, так надо это делать? Белый. Стучать так надо? Не знаю. Это белый. Это, конечно, красавчик. Еще один есть. Я его, говорю, когда увидел, просто... Так просто так стоял в лесу? Да, у меня фотография есть, я его покажу. У меня есть фотография, как он был. Вот этот красавец. Этот выкопал колея от машины наезженная, песок, и торчала буквально сама шляпка. Я так же ж полез, хотел же ж тянуть, а потом тяну, а он брук снизу, вот это все, а песок, хорошо, что песок, оно прям с песка. Пророс. Да. Ну, то он так и пророс. Да, дедушке, да, вот какой-нибудь вот такой таз, чтобы складывать, только то синий, а там красный. С водичкой. Где-то еще один крупный, ну, наверное, на самом низу. Зая. Ну, вообще большой. Ну, не, такого же. Он, ага. А вот что? Башка занята. А? Башка занята. Так, вот это вот отдельно грибы. Водички набери. А где я отдельно складывал? Вот отдельные грибы. Я не знаю, это надо. Вон, нога. Сейчас я докопаю. А, там есть нога? Да, там он большая. Там еще и мурашки бегают. Ну, мурашки без этого никак. Это что? Маслята? Ой, ну да. Вот этот вот. Не, вот этот я выкопал. Вот этого шляпка торчала, а весь сам в песке был. Вот он. Тоже такой. Ты можешь сильно не крутить его, пожалуйста. Шляпочка манюсенькая, я потянул. Вот это, конечно, три самых больших таких, которые... Грибо, представь, да? Нет, я вот так... Белый? Так сказали, белый. То белый, да. А вот это вот, вот это я не знаю, ты видишь? Ну, не немножко... такой страшный. Нет, ну это съедобный. Страшно, блин. Вот, я их отдельно откладываю. Это 100% съедобное. Так само, как и вот это же, видишь, это вот подосиновик. Под березой. Представь его большим найти. Да. Вот тоже есть беленький. Сейчас отковыряю. Да. Тут уже срыбы уже. Ух ты. Там же срыбы. Тоже беленький. Да не, подожди, хоть покажи, а крутишь. Чтобы тазика была. Ага. Коля, один. Тоже беленький. Ну, понятно. Не, там еще крупные есть. Ну, давай, копай. В общем, такой у Коли охота сегодня удачная, да? Сегодня еще такой был хороший денечек, тепленький, да? Ну да, уже два дня прошло, как тепленького. Значит, еще пойдут грибы. В понедельник грибы пойдут, дождь просто... обещают. Люди пойдут. В понедельник обещают дождь. Вот, тоже красавица. Похож на подосиновик. Смотри. А это? Это ХЗ называется. 100% съедобное, но я не знаю, что это. Мы такой не будем есть. Можешь чуть-чуть руки ниже, а то крутишь, оно ж не видно. Крутишь. Это тоже ХЗ.
Так, а взлятники, они снизу, как его... Дай заглянуть. Губчастый. Там откапываешь какой-то? Губчастый. Не, я просто... Не, ну если вы его не знаете, то мы есть такой не будем. Ты откапываешь? Ты подавай, как я тебе слышу. Шикарно. Там еще один есть. Главное, один. Чтобы вот эти вот не были червивые. Вымочить соль? Нет. Порезать на мелкие кусочки. Ой, а зачем ты ломаешь? И вымочить. Ну, может, случайно сломался. Это маслёк. Я вымочил. Масленок? Маслюк, да. А это? Ты можешь ниже опустить? Это боровичок. Ну, белый. Что-то из белого. Крути. Это не боровичок, это на польский похоже. Ну, вообще. Польский как бы. Это же разновидность. Польская – это разновидность. Так, вон, а как мы так чистим? А там красавец. Там сейчас красавец. Красавец. Вон он. Надо лукошко. Он тоже, смотри. О, глянь, фиолетово-синий какой. Синий, это же, как его, тюнь-тюнь-тюнь. Подосиновик. Подосиновик, вон они лежат. Смотри, а что, там осины еще. Есть или что? Подосиновик не значит, что прям подосина, он растет. Думаю, я ходил. Так они же большие могут быть. Да, они должны быть. Но большие. Я, допустим, вот, больших не видел. Они под березой растут. А растут они, он, сейчас найду. Он, под березой. Лежит непонятно растет. Что. Сейчас. Как это непонятно что? О, Господи. Вот. Не крути. Кто это? Видел такой? Господи, нет. Скажите, как его зовут? Да. Сросся или что? Бу. Ра. Ино. Ну, похоже на этот, по коричневости, на этот, я как бы, польский гриб. Очень похоже. Я не знаю, но я его когда нашел, это чисто ёж. Вот он страшный. Страшный, да. Ну, мочалка. Просто какой-то он дефективный, я бы сказал. У него там радиация. Рядом с Чернобыльской АЭС нашел я. Ну, не болтай. Ой, вот подосиновичек. Да, подосиновичек. Вот это он туда. Вот это вот тоже. Видишь, я не знаю, надо сейчас смотреть. Ну, посмотрите. Так, чтобы не... Вот это, видишь, какая шкурка. Непонятно. Все, больше нету больших. Не, больших все. Ну все, разбирай тогда. Дальше надо чистить подосинович. Вот, смотри, тоже красавец. Видишь, как это Не дергай, это же я фокусируюсь. Нет, это похоже на подберезовик. Угу. Потому что шляпка коричневая. А может и нет, хотя по цвету тоже синеет. Синеет, зеленеет. Ну, тоже синеет и зеленеет. И подосиновик, и подберезовик синеет. Такая у Коли сегодня охота была грибная. Поохотился, довольный сидит, как слон. На этом будем заканчивать. Желаю всем мира, добра, всем пока.